Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 9 июня, 106-й день полномасштабного нападения нацистской России с помощью предателей из Беларуси. В Одессе ничего нового, а вот в области, а именно на острове Змеиный, произошло интересное событие. Недавно кто-то выложил свежие спутниковые фотографии, так вот там опять что-то дымит. Или мы через пару дней, а может недель, увидим, как украинский Байрактар что-то там разносит, или у россиян что-то случайно взорвалось. Они ж опять туда натащили какой-то техники. Вот оно и взрывается. Не надо так делать. Соседний город Николаев опять обстреливают из артиллерии. Но народ в этот раз спрятался, поэтому пострадали только жилые дома. А в области россияне пытаются наступать, но, как всегда, безуспешно. В Николаевскую область и Херсонскую подтянулись интересные парни из ЗСУ. И в последние дни появляется по нескольку видео каждый день, как у россиян что-то горит и взрывается. Такая у них судьба. Ну и они продолжают уничтожать зерно на юге Украины и разные зернохранилища, не только крупные, о которых говорит весь мир, ну и даже маленькие, потому что на юге много фермеров, у каждого там есть какое-то хранилище, и вот даже по маленьким зернохранилищам россияне прицельно бьют и уничтожают техники и запасы продовольствия. Настоящая орда.